Хочу вам показать краткий обзор электронной книги Nook Simple Touch. Nook Simple Touch очень удобная и комфортная к применению книга. У нее есть всего 6 кнопок. Задняя панель — кнопка включения-выключения книги. Посередине маленькая кнопочка – это кнопка возвращения домой, либо же открывание панели управления. Боковые кнопки слева и справа – это листание книжки, перелистывание страниц. Итак, включаем книжку. Книга полностью идет сенсорная. Помимо вот этих кнопочек, она идет вся сенсорная. В любой точке касания она отвечает. Вот, смотрите, в любой точке, где вы прикасаетесь, книга отвечает на касание сразу и легко. Батарею обычно они держат около 2-3 недель. Книга идет 2 гигабайта оперативной памяти, очень много заполняется книгами, и она работает отлично. Вы можете читать эти книжки и сохранять, а можете удалять и загружать другие. Также есть текст, когда вы можете менять шрифт от самого маленького до самого большого. Я вам сейчас покажу. Выбираем текст, выбираем букву. Готово. Дальше. Книжка это просто полностью чистая, поэтому я не могу вам особо сильно показать текст, либо особо сильно показать шрифт, как меняется листа страницы. Я вам просто вкратце показываю, что она себя представляет, чтобы вы при покупке понимали. Возможно, мы когда-то искали обзоры, но не находили, либо находили, но недостаточно хорошие. Это она идет с интернетом, и вы можете, когда ищете книжку, хотите закачать, вы можете через Wi-Fi подключение найти какую-то информацию о книге и в интернете, и ее скачать. Но гораздо лучше и гораздо проще книги закачиваются с компьютера. Вы сначала закачиваете на компьютер, скидываете в папку, потом просто присоединяете книгу до компьютера и перекидываете. И тогда у вас книжки все сразу находятся в книге и очень быстро. Потому что если вы будете искать с интернета на книгу, вы будете искать каждую книгу по отдельности, и это будет гораздо дольше занимать времени. Просто мы торгуем книгами уже 9 лет, и мы знаем, о чем мы говорим. Поэтому совет первый – книги закачивать не сразу на книгу, а сначала на компьютер, а потом на книги. Ну, в принципе, все. А я вам еще вот так хочу показать, насколько она легко отвечает на касание. В принципе, все. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне под видео. Я вам отвечу, потому что мы поставщик с Америки данной продукции. Мы работаем 9 лет с Nook. С Barnes & Noble, точнее, с фирмой. Это Barnes & Noble фирма, а Nook Simple Touch модель, вот у нас модель называется, вот посмотрите, BNRV 300, извините, я немножко хотела быстрее сказать, а получилось, короче, как всегда. Вот, поэтому я вам буду снимать, если хотите, иногда обзоры любой раз другой нашей продукции, которую мы привозим с Америки. Я столько лет торгуем и никогда ничего не снимаю, но просто у людей возникают иногда вопросы. Поэтому я решила почему-то вдруг снимать. Так вот, книга «Nook», она идет с Америки, конечно же, на английском языке. При желании на Украине есть мастера, которые прошивают ее на русский язык, устанавливают на нее 5-й Android. Она выглядит все равно черно-белый лист, но при этом она уже идет на русском языке меню. Но оно не обязательно, 2-3 дня, и вы умеете этой книгой пользоваться, поэтому смысл прошивать ее на русский язык особо сильно нет, потому что любая прошивка, она не настолько классная, не настолько лучше, чем оригинальная. Оригинальная всегда лучше и всегда дольше работает. Все, всем пока, спасибо за просмотр.